Всем привет, друзья! Возвращаясь к теме октябрьских утят, вот вам их показываю. Сейчас им уже месяц, получается, и 3 недели. То есть в конце ролика им будет 2 месяца. И они, я думаю, уже перейдут на общий двор. Как вы их заметили, их здесь 5. Тут один к ним подбился с предыдущего выводка. То есть видите, разницу не видите, наверное, вот это справа. Это августовский. Видите, как октябрьские их догнали. Вот так вот. Растут вообще отлично. Покасать красиво ящик мешает. Сейчас, наверное, вот этот ящик уберу. Ящик убрал. Но так их виднее. Ну да, у них задача. Они сейчас не бегают, не это. Как бройлеры вот в закрытой сетке сидят. Вам его, наверное, плохо видно. Она поджарела. Поели, попили и все. И никуда не ходят. Да, вот этот первый, это новенький у них. Вот эти вот 4 стареньких. Скорее всего, таки будет, наверное, 2. Один селезень точно, он выше всех. И вот это, наверное, селезень. Вот, скорее всего, 2 уточки. В общем, не знаю. Кто знает, подскажите. Все равно не шуганутые, но уже не так. Да, еще недельку. Надеюсь, я вам их успею показать, прежде чем они будут в общем хозтворе. Тогда их уже не отличить и не отделить. Страшно, да, утики. Ладно, что, а вторую часть ролика, ребят, увидите сразу же после этого, да, все вместе будет. Да, сниму через недельку. Итак, ребят, еще одна неделька позади. Вот такие уже утята. Мне там один подписчик написал, что, скорее всего, здесь 2 селезня и 2 уточки. Как он разглядел. Возможно, вот это на первом плане вот это стоят 2 селезня, а коричневое вот это черненькое 2 уточки. Ну, вот это точно крупный селезень. Да, наверное, так. А ну, встаньте, чтобы вас можно было рассмотреть. Возможно, да. То есть сейчас на дальнем плане 2 уточки. В общем, непонятно, наверное. Как вы заметили, утята переехали. Сейчас они между вольерами с фазаном и между тем местом, где были. Вон там они были, где я показываю сейчас за сеткой. Почему они там? Ребят, начала приходить лисичка. Причем не ночью, а днем. То есть я выхожу вот на огород, у меня качеля, и она возле качеля долбит петуха. Вот так вот.
поэтому, поскольку утята были тоже там, их срочно надо было оттуда переселить. Ну что, с птичкой мы с одной, по крайней мере, справились. Я не знаю, одна она или не одна была. В общем, одну мы убрали. Как убрали, не скажу, догадайтесь. Переселили с этой ее территории, да. Ну, сейчас тема о утятах. Вот такие вот утята. Сейчас 2 месяца. Едят они уже в основном здесь сечка кукурузная и немного этого самого пшеницы. И чуть-чуть из меня даю. И серу корму немножко добавляю. Так, в принципе, все. По добавкам все. Еще, наверное, даже не знаю, думал сейчас переводить в общий двор. Пробовали, он немного на крылышках видно, у них лезут крыло. Ну и взрослые начинают их щипать, выдергивать вот эти перышки, поэтому надо дать, я думаю, время, чтобы крыло заросло. Тогда уже переведем, не знаю, 2 недельки пройдет, неделька, 3, посмотрим. Возле двора гуси не дают снимать. Здесь он цесарки не дают снимать. И галдеж, и галдеж. И не шевелятся. Слушай, что я о них рассказываю, да? Да пройдитесь хоть. Сейчас капусту повырезали, кидаю им листочком капусты. Обрезают. Пока не вымерзло, не почернело. Ну, как для октябрьских, я думаю, отличные утята. Давайте походим. Покажите людям, что вы ходячие. А может, это один селезень, 3 утки? Непонятненько. Один то крупный сразу видно. И вот тут, что посередине, сейчас ближе к коричневой, тоже крупный. Но и намного крупнее. Вот этого, что с черным крупным. Непонятненько. Ну ладно. Не столь важно, но селезни, конечно, были бы лучше. Потому что на развод этих утят никто сказать не будет. Это будет на... Ну, вы поняли, куда. Вот так вот. Ладно, что, ребят, у тебя там 2 месяца. Интересно следить за их ростом, пишите. Будем снимать и дальше. Все, ребят, всем спасибо за внимание. Всем удачки и всем пока.